Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. И, в принципе, как и говорил в прошлом эпизоде... О, кто там уже дом начал строить? А ну, сейчас бегаем туда. Чё там у нас такое? Где-то там, да? Да. Нет, на горе вот там. Рядом со мной кто-то... Вот тут мой дом, да? А там... Сейчас бегаем. В принципе, как я говорил в прошлом эпизоде, сейчас мы пойдем на спаун, посмотрим, что и как, посмотрим цены, обменяем вот это все добро, что у нас есть, если, конечно, что-то можно будет обменять. И потом посмотрим, что будем делать, да. Покемон босс. Как всегда, он, наверное, в шахте. Как я заметил, 90% всех покемонов-боссов, которые показываются на карте, только в пещерах, и только вот те самые джиодуды, гравелеры, и вот только вот они. Больше никого. Ну, в принципе, да. Он в шахте. Ну, вот кто-то начал строиться тут. Или строиться, или просто засорять территорию. Фиг его знает. Сейчас мы пойдем посмотрим. Мне почему-то кажется, что... Не знаю. Сейчас мы поднимемся. А, ну да, запривачено. Ну, в принципе, да. Давайте... О, там еще покемон босс был. Глюки. О, факелы там уже стоят, то бишь там уже кто-то был. Да, опять под землей заспавнились. Где-то вот тут. Че такой? 12 FPS, да ну нафиг. Там где-то лава снизу. Так что не буду я копать в один блок. То бишь, тупо под себя. Опасно. Ну, чё там? Сейчас куда-то провалимся, хрен его знает куда. Какая высота? 34. Ну, в принципе, немного. О, твою мать. Ладно. Чё у нас тут? Тут у нас что? А. Так, сейчас... Что я хотел? Сделаем... Нету тут у нас... Сделаем мы себе... Кирочку. Так. Вот так. Отлично, давайте вот это поставим сюда, вот это сюда, вот это сюда. Все нужно поставить на свои места. Пускай пока что будет вот так, отлично. Сейчас мы посмотрим, может тут кто-то заспавнится. Ну, покемон босс там есть, но как всегда он в шахте. Почему высоту не показывает? То бишь, если он далеко снизу от нас или далеко сверху, то лучше бы его не показывал. А то так человек путается, вроде вот там покемон босса, хрен его знает, где он. Может, он еще не знает, сколько блоков там нужно копать, чтобы до него дойти. Да. Ну все, дорогие друзья, давайте идем на спаун. Спаун. Вот так. А, отлично, вот.
это в спаун. Сейчас как раз покажем. Покажу, ну, кто не знает. А, нет, 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 нет. Вот что я забыл. Вот что я забыл. Семена пшеницы. Я специально кучу семен пшеницы себе надыбал. Кучу не кучу, но чтобы обменять на коины, на монетки. Так, сейчас я вспомню, где он. Вот тут у нас первый, да, продавец? Тут у нас должен еще быть один, или мне кажется. Нет, вроде вот тут. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Средний скупщик. Это что можно уже за коины покупать? То бишь, 64 коина, это один алмаз. И вот тут все это смотреть, что можно покупать. Давайте идем дальше. А, вот тут у нас старший скупщик. Вот как раз сейчас мы это... Ой, извините, стукнул случайно. Вот сейчас давайте как раз купим. Сколько у нас тут получится купить? Ну, нифига себе. Сколько мы накупили? Только за... Вот за... За эти, как его там, за 30 или 40, нет, за 20 или 30 штук вот семян пшеницы. В принципе, давайте еще. Я думаю, там хватит, не знаю на сколько, но сейчас посмотрим. Нифига себе у нас уже стаков. Нифига себе. Ну, это, конечно, немного будет железных монеток. То бишь серебряных или какие они там. Ну, в принципе, и так. Давайте сейчас... Тут у нас что? Тут у нас кузнец. А, ну это обменивать вот эти монетки на молотки. Давайте сейчас пойдем посмотрим. Вот, а тут обменивать... То бишь у нас есть 64 бронзовых. Да, давайте поставим. И у нас есть одна железная. Давайте еще возьмем. Да, в принципе, все возьмем. Давайте так, чтобы не париться. Вот так вот. Ага, уже 5 штук у нас есть. Офигеть. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 железных коинов. Нифига себе. А один мастербол у нас стоит 64. То бишь, ну, в принципе, да, немножко нужно потрудиться. Сейчас я вот это все обменяю и посмотрим, что и как. И, в принципе, все высчитаем, что и как может быть. Так. Вот так. Мы все это поменяем и сделаем подсчет, за сколько именно семян пшеницы можно купить один мастербол. Вот так, пойдем посмотрим, что там и как. Ага, вот так. Так. Двадцать три штуки. Давайте посчитаем. Один мастербол, сейчас как раз я туда сбегаю. Твою мать. О, дорогие друзья, после того момента, как я нажал на паузу, я потом сразу же продолжил снимать, но вот твою мать. И я вроде нажал на кнопку, но оно что-то не записалось.
В смысле, не начала запись. Я, короче, бегал как дурак тут 10 минут и сам с собой разговаривал и даже не записывал. А ну, сейчас хотя бы посмотрю. Сейчас вроде записывается. Вот твою мать. Я, короче, с покемона нашел двух покемон-боссов. Это у нас был Додуо, зеленый покемон-босс, и Гипно, зеленый покемон-босс. Я говорил, что я вот это еще выбил с них. Вот это. И выбил Мунстон. Это жопа, так как, ну, в смысле, не жопа, а классно, так как лично я знаю, что у лунного камня даже меньше шанс, чем в мастербола, что он выпадет. Я его выбил. Охренеть. Ну, твою мать, ну, да чё он... Я вроде нажал, что продолжить запись, оно чё-то не нажалось. Ну, я, в принципе, ничего такого не горел, но суть в том, что убил двух покемонов-боссов. О, Чикарита. Ну, я пока что не буду её ловить, нет смысла. И, в принципе, что я говорил? Я, наверное, говорил про свою идею, что можно будет слетать в ад в следующем эпизоде, или даже не в следующем, а потом, чтобы просто-напросто добыть до хренища глоустона, я вроде говорил. Нет, я это не говорил. Или говорил. Я не помню. Но я не помню, говорил я до того момента, как остановил запись или нет. Ну, суть в том, что я говорил, что на глоустоне охренеть как можно барыжиться. Он стоит в два раза больше, чем семена пшеницы, которые мы продали. И, в принципе, если так позадротить, ну, не позадротить, а просто сидеть так до хренища времени в аду, то бишь час, два, три, и просто понадыбать дофига глоустона, то на нем можно охрененно как навариться. Потом это все продать и разбогатеть, то бишь на одной светящейся пыли. Вот что я говорил, дорогие друзья, я не помню, что я еще говорил, но, в принципе, вот-вот жопа капут. Я говорю, я нажал на паузу, так как мне нужно было нажать на паузу, потом вроде опять нажал продолжить, оно чуть не нажалось, или я промазал, или хрен его знает. Но суть в том, что запись не продолжилась, и, твою мать, то, что я все говорил, ничего не записалось. Ну, в принципе, то, что я убил двоих боссов и вот убил лунный камень, говорил о глоустоне. Ну, потом, дорогие друзья, посмотрим, что и как. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.